Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Георг будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Жоао Маутиньо. Виллиан.
Рубен Невиш. Рубен Невиш. Жоао Моутини. Да, это совсем не точно. Будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Юр будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово. Юр будет начинать игру. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фок. С довольно высокой степенью вероятности можно предположить, что эта команда сегодня сделает ставку на контратакующие действия. Это вполне в их стиле. Скоростные рывки в свободные зоны, оставленные соперником, даются им очень здорово.